Это «День города», в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Она же с красным знаменем цвета одного. Рязанские коммунисты запустили донорскую акцию. «Буровить по-рязански» – известный интернет-ресурс определил типичный для России регионализм. «Дикий мир королевского бала» – уникальное масштабное представление в рязанском цирке. Кровь от настоящих коммунистов. На это уже не просто акцию в преддверии Дня донора, но гражданскую позицию подтолкнуло рязанское отделение КПРФ трагедия в больнице имени Семашко. Напомню, число пострадавших в ней выросло до 10, 6 пациентов в тяжелом состоянии. Сдать для них кровь – самое меньшее, что готовы сделать партийцы под красным флагом. 10 июня представители рязанского отделения КПРФ запустили акцию в поддержку пострадавших после происшествия в больнице Семашко и приехали сдать кровь в рязанскую областную станцию переливания крови. После трагедии, которая произошла в Семашко, по инициативе нашего первого секретаря Сидорова Дениса Сергеевича, мы собрали штаб и обсудили, как лучше людям все-таки помочь. Решили прийти и сдать кровь. Кинули клич среди своих комсомольцев, молодых коммунистов, и многие ребята откликнулись. Сдача крови, как говорят сами доноры, безболезненная процедура. Чтобы и после нее чувствовать себя хорошо, необходимо подготовиться заранее. Для начала хорошо выспаться после легкого ужина, а с утра обязательно позавтракать, избегая жирной и жареной пищи. Кровь, полученная от доноров, может потребоваться в любой момент. В Рязани регулярно оказывается экстренная помощь различным пациентам. Не забывайте, что у нас два гематологических отделения, взрослая гематология и детская гематология. Там очень много переливаний идет. Плюс у нас экстренная служба ПСМП. Плюс у нас ковидные госпитали, где больные тяжелые, им требуется переливание концентрата тромбоцитов и плазмы очень часто. В ближайшие недели партийцы под красным флагом продолжат сдавать кровь. В КПРФ решено, что донорство войдет в традицию. Представители рязанского отделения реагируют на любые происшествия, происходящие в нашем регионе, и стараются всеми способами поддерживать население. Вообще помогать людям стал для нас доброй традицией. Так, например, во время пандемии коронавирусной инфекции мы создавали мобильную волонтерскую бригаду, которая ездила, развозила продукты питания, лекарства, оплачивала счета ЖКХ для людей, которые находились в зоне риска. Также во время трагедии в Скопине, после взрыва боеприпасов, мы собрали огромное количество материальной помощи, то есть продуктов, товаров первой необходимости, и отвезли, помогли, то есть людям. Помимо комсомольцев, каждый день в Рязани десятки людей сдают кровь, которая жизненно необходима другим гражданам. К слову, донация весьма полезна для самого донора. Она укрепляет иммунитет. Прийти сдать кровь в областную станцию переливания крови можно в любой будний день с 8 утра до 12:30. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Сегодня жители России могли наблюдать довольно редкое астрономическое явление – кольцевое солнечное затмение. Это событие происходит всего 14 раз в столетие. Впрочем, всю его красоту оценить смогли только самые находчивые. С древних времен происходящие далеко в космосе явления люди считают особыми. И влияние этих явлений на жизнь человека и человечества в целом заметили уже давно. Важно и то, в каком знаке проходит затмение. Затмения, которые происходят в знаках Близнецов и Стрельца, и поскольку эти затмения относятся к циклу Сароса, который несет несколько кармический оттенок, то эти затмения, эта серия затмений, она считается осложненной. Плюс складывается очень такая интересная ситуация, поскольку осложняется это затмение еще рядом напряженных аспектов, которые вот, отражаются в силу своей энергетики на наших отношениях, на наших мыслях, на нашем восприятии жизни. В частности, могут быть бессонница, тревожность, повышенное какое-то желание всем все сказать, всю правду, чего как раз делать абсолютно не рекомендуется. С точки зрения астрономии, солнечным затмением принято называть явление, при котором Луна полностью или частично затмевает Солнце от жителей Земли. Это явление происходит только в строго определенных условиях. Так уж получилось, что размеры и расстояние Луны и Солнца относятся друг к другу 1:400. Это вот условие выполняется, и получается, что видимый диск Солнца имеет размер такие же, как видимый диск Луны, 32 минуты дуги в среднем. Вот когда они совпадают по размерам, Луна в какой-то средней точке своей орбиты находится и попадает между Землей и Солнцем,
она закрывает солнце точно по диску. Мы наблюдаем полное солнечное затмение, становится темно, видна корона солнечная, становится очень красиво. Солнечное затмение бывает трех видов. Полное, при котором Луна полностью закрывает собой Солнце. Частное, при котором Луна проходит по диску Солнца по краю, скрывает только его часть. И самое редкое – кольцеобразное, при котором Луна проходит по диску Солнца, но оказывается меньше Солнца в диаметре из-за большого отдаления и не может скрыть его полностью. Когда Луна находит точно, если на Солнце центр совместить, то вот ободок солнышка яркий, он остается. Получается кольцо. Но оно очень яркое, поэтому во время кольцевого солнечного затмения не наблюдается корона. Потому что солнце оно забивает яркостью. Но вот такое редкое событие. Значит, из всех солнечных затмений в течение 18 лет, где-то порядка, наверное, 40, сейчас точно не скажу, порядка 40 солнечных затмений, из них не больше 8 кольцеобразных. На территории России лучше всего кольцевое затмение можно было увидеть в северных регионах. Самую полную картину наблюдали жители Чукотки. В Рязанской области пик затмения пришелся на 14 часов 26 минут. Но увидеть его было нельзя из-за высокой облачности. Что ж, быть может, в следующий раз любителям всего необычного повезет с погодой чуть сильнее. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Аналитики Яндекса составили список местных слов, которые присущи каждому региону России. В исследовании приняли участие эксперты Института русского языка имени Виктора Виноградова. Выражение «кися-меся» популярно в Белгородской области, в Рюхатце – в Волгоградской. Ну а какие регионализмы характерны для Рязани, знает Олеся Котровская. Буробить, озолотеть, пережарка, стерка – все эти слова часто употребляют в своей речи жители нашего региона. Так считают аналитики Яндекса и лингвисты Института русского языка имени Виктора Виноградова. Пережарку-то мы используем, конечно, в жизни. Очень часто дома, на кухне особенно, когда это, да, у нас всегда пережарка. Буробить, да, буробить точно используем в жизни. У меня просто семья несколько поколений в Рязани живет. У нас буробить – это в большом ходу встречается. Это мы точно используем. Услышал, честно, от сына своего, от старшего. Вот, частенько, да, кстати, используют ее в разговоре с своими друзьями. Что-то вроде того, хоть там буробить что-то. Давай закругляйся. А раньше было, когда куда-то торопишься, они говорили, не спеши в клепеши, в сандалях ночуешь. Ну, как будто это больше всего запомнилось, наверное. И что это значит? Мол, не надо никуда торопиться, на том месте и останешься. Специалисты использовали данный блок платформы Яндекс.Дзен, изучив статьи и комментарии 6 миллионов пользователей из всех регионов России. В общей сложности 11 миллиардов словоупотреблений. Некоторые слова казались характерными сразу для нескольких регионов. Зачастую это регионы-соседи. Например, слово «шушлайка». Так называют малолитражные автомобили. Используются в основном в Сибири. Отворотка – дорога, отходящая в сторону от основной, на севере. Ну, я не думала, что это именно рязанская. А так вот, да, говорим, разговариваем. Мы уже как правило, как обычная разговорная речь. Ну, в других городах тоже. Просто я знаю и в Валдайском крае, и в Новгородской области. Просто я жила, у меня там подруги. Все эти слова употребляются. У нас агакают в основном в Рязани. Вот это везде известно. А то, что вот какие-то еще слова в области в основном, а в Рязани я не подскажу. Надысь, авось. Туды, сюды. Вот это вот у нас, да, в области разговаривают так. Наверное, тут. Там, а тут-то. Ну, если честно, я не рязанский. А у вас там где-то? Ну, я знаю, что здесь особые есть слова. Например, здесь говорят «ихние», а не «их». Но бывает еще очень много акают. По результатам исследования аналитики также отметили слова «региональные синонимы». Например, игру в догонялки в разных частях страны могут называть догоняшками, салками или ляпками. А стиральную резинку – ластик, стеркой и стиражкой. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Поцелуй со львом, полет с тигром на качелях под куполом цирка. В Рязани впервые пройдут гастроли грандиозного шоу «Королевский цирк» под руководством заслуженного артиста России Гия Эрадзе. О том, в какую атмосферу погрузит вас представление, Анна Герцовская. В
канатоходцы, эквилибристы на першах, балет, невероятное разнообразие номеров с животными. Королевский цирк – это шоу, созданное под руководством заслуженного артиста России Гия Эрадзе, который славится неординарным подходом к цирковому искусству. Каждое его представление лучше назвать спектаклем, над созданием которого трудятся артисты, имеющие высшие мировые цирковые награды. В Рязань приехало 18 фур. Это состав поезда. 115 артистов. Вся труппа состоит, совсем технический персонал. Точнее, это 115 человек. В этом коллективе колоссальное количество животных. Тигры, львы, лошади, лисы, олени, собаки, зяки. В этом спектакле очень большое количество групповых номеров разного жанра. 3 часа шоу с антрактом. Во время представления зрители побывают на настоящем королевском балу, в чарующей русской зиме с оленями и русскими борзыми. В ритмах страстной Испании встретят тореадора с горделивыми яками, увидят уникальных розовых пеликанов и попугаев Ара. Изюминкой шоу станет масштабный аттракцион «Дикий мир» под руководством обладательницы международного титула принцессы цирка Людмилы Сурковой. У нас есть полет на качелях. Тигр летает со мной, с дрессировщиком, то есть это непосредственно контакт с животными. Есть поцелуй, когда мы целуемся, ну, так называется, целуемся со львом, он берет у меня мясо изо рта. Это тоже уникальный и очень опасный трюк. Есть трюк, который тоже мало кто исполняет, это тигр на зеркальном шаре. Все номера здесь сплетены в единый спектакль. Поражает сама идея шоу, где все гармонично связано воедино. Более 2000 эксклюзивных костюмов, хрустальные люстры, мраморные колонны. В сочетании с авторской музыкой, профессиональным сценическим светом, все это помогает воссоздать атмосферу настоящего королевского дворца. Коллектив слаженный, здесь очень хорошие службы в этом составе. И светохудожник, и звуковик. И все ассистенты, лебедки, ну то есть все, что сопутствующее с цирком, с цирковыми трюками, все очень качественно. Поэтому я абсолютно спокоен. Я понимаю, что до субботы мы проведем несколько прогонов, генеральный прогон, и все будет в хорошем качестве. Премьера шоу «Королевский цирк» состоится уже 12 июня. Представление продлятся до 11 июля. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте www.город62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго.